Вас приветствую, друзья! Звать Снегурочкой меня. Всем я зимний шлю привет. Взрослым и детишкам, папам, мамам, бабушкам, девчонкам и мальчишкам. Веселый праздник, Новый год. Вас пляски, песни, елка ждет. Мы приглашаем всех гостей. С вами будет веселье. Внимание, внимание! Произвел посадку реактивный летающий аппарат системы «Метла» с боевой на борту. Всем встречающим приготовиться. Ой, ребята, не хочу я встречаться с Бабой-Ягой. Снегурочка, пойдем отсюда поскорее. И то правда, вредная она. Бабусечка, Якусечка, Рафатусечка, мне каких-то 300 лет всего-то. Мне пожить, повредничать очень охота. По лесу по темному гуляю, что такое сотворить, не знаю. Не терплю по вечерам сидеть одна я, на дискотеке тусоваться все мечтаю. Я не просто вам яга какая-то, я супермопед, супермодель. Краса лесная, и фигура у меня атлетическая, настроение мое электрическое. Сейчас продемонстрирую голосок, вот изменю и... Не пропадать же моему таланту певучему. Ищу, кстати, продюсера раскрученного. Внимание, внимание! Произвел посадку почтовый самолет, ожидающий письма и телеграммы, просьба приготовиться. Так, телеграмма. Привет, бабулечка. Жди в гости, будем встречать Новый год вместе. Внучок Егорушка. Неопознанный летающий объект с неопознанным пассажиром на борту.
тебе праздник отмечать. Подарки хочу, Дед Мороза хочу, Новый год хочу. О, знаешь, тут беда такая, внучок. Раньше Мороз пешком ходил, и все мимо нашего дома. А я уже тут его встречала, подарочки отбирала. А теперь-то Мороз то на вертолете, то на самолете пролетит, и все мимо моего дома. Бабулечка, Дед Мороза хочу. Ну не плачь, милок. Сейчас я колдовскую книгу достану, мы ее почитаем. Может, чего и подскажет она нам. Бабуль, компьютер лучше возьми. Ой, ну тьфу ты, все забываешь, что 21 век уже на дворе. Входим в интернет. Полезные советы. Как встречать Новый год? Да-да-да, вот. Ага. Пригласите Деда Мороза на дом, только позвоните нам, и Дед Мороз уже у вас. Вот это то, что нам надо, подходит. Так, доставай свой телефон, набирай 222-333-222. Чем мы можем вам помочь? Деда Мороза нам пришлите. Возраст ребенка, мальчик, девочка, как зовут? Так мальчик, лет 100 всего-то. Он у меня еще маленький, а зовут его Егорушка. Какая милая шутка. Адрес? Адрес у меня очень простой. Дремучий лес, избушка Бабы Иги. У вас коттеджный поселок под названием Дремучий лес? Вилла Бабы Иги? Чего она бормочет, я чуть ничего не пойму. Ага, милая. К Бабе Яге Мороза присылайте. Ваш заказ принят. Ждите Деда Мороза. Чего он мимо нас летает? Ну-ка, давай-ка что-нибудь придумаем, как его к нам заманить. Открываем турбюро. Несите злато, серебро. Так, дорогие родители, папы и мамы, посмотрите проспекты рекламы. Вы еще не бывали на Панаме? Поезжайте, там как раз сейчас цунами. Поезжайте в Вавилон, там как раз сейчас циклон. Все в Испанию, в жаркий Мадрид. Кто приедет, тот сразу сгорит. Отдыхая в турецкой Анталии, не забудьте откинуть сандалии. Яга, ты в своем уме? У нас здесь праздник, Новый год. Ничего я не знаю. У меня вот договор аренды этого места. Работаю, ребеночку на праздник зарабатываю. Ребята, что же делать? Кажется, я придумала. Давайте купим у Бабы Яги путевку на север, к Дедушке Морозу, и сами к нему поедем. А есть ли у вас путевка на север к Деду Морозу? Конечно, есть. Как раз горящая путевка. Совсем дешево отдадим. Вы туда, мы деда сюда, и все, чики-брики. Так, только за путевочку заплатите, песню спойте и спляшите. Повеселите моего внучка на прощание. Но какое такое прощание? Это так вырвалось. Давайте веселите.
Слышишь, дед, мы вот тут посоветовались и решили тебе подарок
на праздник подарить. И то правда, все ты, да ты работаешь, работаешь, устаешь, отдохнуть тебе надо, а у нас как раз горящая путевочка еще одна осталась. Мы уже и Снегурочке подарили, она уже отдыхает, обуглилась, наверное, уже. И то верно, можно и немного отдохнуть. Слышал, что на Гавайях людям очень нравится. Прощай, касатки! Счастливого Нового года! А я пока подарочки припрятаю. Готовиться. Так, что там надо? Первое, елку. Егорик, иди в лес, хоть что-то полезное сделай. А я пока еще путевочки кому-нибудь продам. Путевки! Горячие путевки! Кому? Кому? Тебе надо? Секрет. Елочкам не холодно зимой.
над болотом под вечер звезды в небе зажглися, и в поганой водице отрудила луна все лягушки в трясину, зима улеглися, только я с охолякой засиделась одна. Ну, подруга, у меня шкот в горле застрял. Ну, не убивайся ты так. У меня как раз девочка горящая в Турцию. Там этих лешиков, ну, видимо-невидимо. Давай, погучи бананы и лети от греха подальше, а то весь праздник нам испортит. Дело есть у нас, новогодний час, мы волшебные.
глаза. Зайцы посильнее меня. Знать придется в Новый год угощать честной народ мне вареной колбасой. Позор-то, батюшки, какой! Пойду Егорика искать. Ну что, принес елку? Нет. Они сказали, нельзя убить. Надо елочку купить. Подожди, это кто это тебе такое сказал? Елочки? Да что за новогодняя ночь такая? И где же мы ее купим? Магазинов у нас в лесу нет. Бабуля, а компьютер? Ай, так, выходим в интернет. Так, вот это. А вот как встречать Новый год? Так, для начала купите елку в нашем интернет-магазине. Заказы по телефону, набирай скорее. 333-333-222. Звони скорее. Нет, три. В наличии только две елки. Адрес скажите. Так Дремучий лес, вилла Бабы Яги. Улица, номер дома. Да нету номера дома и улицы тоже нет. Спросите в лесу, меня каждый знает. Найдете. Записываю. Заказ принят. Ждите, заказ доставят на дом. Бабуля, звони скорее Морозу. Елки сейчас доставят. Пусть приходит, хватит играть. Нет, подожди. Он сказал, еще мне музыка нужна. Почитаем, что там в интернете у нас пишут. Пашка просещенная, ага. Закажите на встречу Нового года музыкантов. Звоните, звоните. Доставай, звоните. 222-333-333. Здравствуйте. Вы позвонили в офис фирмы «Новогоднее желание». Чем вам помочь? Так, музыкантов нам пришлите. Группу Барбарики. Да, Барбарики. Барбарики на гастроли улетели. Ну давай, Киркорова давай. Вы, бабушка, замахнулись. Не поедет к вам Киркоров. Осталась только группа «Летучие мыши». Это вот которые наши? Не знаю, ваши, не ваши. Заказывать будете? Да будем, будем. Адрес? Да запомнить тебе уже пора. Адрес все тот же. Вилла Бабы Яги. Ваш заказ принят. Ожидайте. Yeah.
Что еще осталось? Эти. Подарки. Бабуля, а может ты загнай подарки-то тоже заказать? Да ты что, забыл? Они же за печкой стоят. Как ни крути, один раз Гавайев придется возвращать. Настроения новогоднего совсем нет. Ну давай глянем, как же он там отдыхает? Может он уже растаял? Чем он занят, если тает он не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться мороженым. Ничего не знаю про Новый год, не хочу никаких подарков, праздников. Мне вот ЕГА билет на Гавайи подарила. Вот сейчас я наконец-то и отдохну по-человечески. Ах, Гавайи, это так романтично. Солнце, море, фрукты. Одним словом, отпуск. Что-то холодно вдруг стало, даже пальма здесь завяла. Чудеса вокруг теперь. Ой, а это что за зверь такой? Глянь-ка, дед в очках лежит, кажется, он крепко спит, дышит холодом, живой. Может, он волшебник злой? На человека он похож. Перед нами Дед Мороз. Ребята, не шумите, лучше пойте и пляшите, и встречайте Новый год. Он стоит уж у ворот. Бредит, бредит, совсем плохо ему. Дед, очнись, становись лучше с нами. Вокруг пальмы хоровод водить. Слышишь шум, гам и тарарам? Мы устроим шоу века на Гавайях, дискотека! Shalala, 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 sh
вид. Солнце тебе противопоказано. Давай-ка мы тебя домой отправим.
Дети, простим проказников. Вот подарочки, мы ничего не брали. Дорогие наши гости, мы спешим поздравить всех. Пусть придут в году грядущем вам удача и успех. Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот, будет он не просто новый, а счастливый Новый год. Становитесь-ка, ребята, все скорее в хоровод, побыстрее, веселее, елочка давно вас ждет. Новый год к нам идет.